Фурманове пожар унес 4 жизни. Сигнал о возгорании в квартире на улице Хлебникова на пульт диспетчера поступил во вторник днем. Пожарные оказались на месте происшествия быстро. Через 20 минут после обращения горение было ликвидировано. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило задымление в квартире. В 14 часов 11 минут открытое горение было ликвидировано. На пожаре погибло 4 человека, 2 взрослых, 2 детей. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Погибшие – хозяйка квартиры, ее мать и 2 сыновей-близнецов 4 лет. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате бабушки детей. Ведется доследственная проверка. Точные причины происшествия устанавливают.